time, the humans of Sera knew the illusion of peace until Emergence Day. With billions dead, humans denied their enemy control by destroying their own civilization. Now, the long struggle against overwhelming odds approaches a final, desperate step. Джек, вырежь дверь. Ты что тут делаешь? Освобождаю. Вот, надевай, пригодится. У тебя будут большие неприятности. Нет, не будет. Все изменилось. Ладно, пошли. А другие заключенные? Нельзя их здесь оставлять. Их нет. Хоффман всех помиловал. Ты в этом уверен? С возвращением, солдат. Черт. Пошли. Два варианта. Вернуться, как я шел, через комнату охраны. Долго, зато верно. Или же двинем через камеры и ввяжемся в драку. Выбирай. Через тюремный блок. Хочу надрать им зад. Лады, пошли. 6-4, я Дельта-2, мы в пути. Прием. Вас понял, сейчас выдвигаемся. 6-4 на позиции. Ракета пошла. Дельта-2, стоп огонь. Мы в здании тюрьмы. Прием. Вас понял, стоп огонь. Меняйте диспозицию. Если в штабе узнают, что я пришел за тобой, я влип. Давай, пошли. Класс. Что за хрень творится в этой тюрьме? Тебе лучше не знать. Пехота под шквальным огнем. Враги по всем направлениям. Вас понял. Мы летим. Т-4, идем в вашем направлении. Прием. Вас понял. Защищаем зону эвакуации. Маркус, возьми гранату. Ладно, порядок. Наберем боеприпасов. Они вырезают дверь. В укрытие! В укрытие!
Готовься, вот они! Валим отсюда! Дельта-1, я Дельта-2, готовы к эвакуации, прием! Понял. Площадь Эмбри. Полковник Хоффман нас ждет. Хоффман? А, черт. Будет очень круто. Эй, ты тот самый Маркус Феникс? Тот самый, что воевал под Аспо? Да. Ух, круто! Не особо. Ты, такой предатель, как ты, недостоин носить форму. Похоже, любая помощь не будет лишней. Отойди в сторону! Лейтенант, у меня хорошие вести. Мы хотим покончить с войной раз и навсегда. Ну да. Сенсоры засекли движение противника, сэр. Близко. Резонатор. Watch the side. You missed. Он просканирует туннели, и мы атакуем поганцев в их же норах. Крутые черты. Мы потеряли связь с Альфой. Эти сигнал с площади Эмбри!
4-4, оберитесь туда. Найдите этих людей и включите резонатор. Поддержка с воздуха будет? Что? Ты шутишь? Вы и есть поддержка. Эмоциста не подпускают вертолеты. Доберетесь пешком. Влипли. Еще два. Все чисто. Лейтенант будет снабжать вас данными. Да, сэр. И сейчас самое умное — уходить. Ну, выполнять! Мне очень понравилось. От тебя я жду отдачи в 110%, Феникс. Я делаю это не ради вас. Помнит руки? Сейчас проверим, а? Отлично. Личинки! Неплохо.
резонатора нет. Вас поняла, Дельта. Ищите. Я открою дверь. У меня есть код. Надеюсь, там не Рохас. У него сынишки 2 года. Жетонов нет. Это и есть резонатор? Нет. Что теперь? Пошли за резонатором. Маркус? Штаб, это Дельта. Что скажешь? А что сказать? Может, Альфа? А может, там засада саранчи? Есть только один способ узнать. Наша цель — дом суверенов. Вперед! Марш! Может, это Альфа? Жетонов нет. Это и есть резонатор? Нет. Что теперь? Пошли за резонатором. Маркус? Штаб, это Дельта. Что скажешь? А что сказать? Может, Альфа? А может, там засада саранчи? Есть только один способ узнать. Наша цель — дом суверенов. Вперед! Марш! Привет.
Могут быть где угодно. Вроде пора уже научиться как-то с ними бороться. Да, все пробовали, но без толку. Если саранча решит вылезти, то вылезет. Помню, в детстве мне кошмары про такое снились. А мне до сих пор. Похоже, нам надо разделиться. Феникс, вы с Кармайном налево, мы с домом направо. Есть, сэр. Yeah, I'm going to go.
порядка. Кто-нибудь быстро к тройке! Отлично! А теперь найти резонатор! Вперед! Еще саранча! Группа Дельта. Что там насчет Альфы? Никак нет, Дельта. У нас все еще ничего. Прием. Вас понял. Том, Феникс, вам надо найти вход. Мы с Кармайном будем драться снаружи. Как же Альфа? Если сможем, спасем. Пойдем. Чисто. Видали? Живей, живей! Рося! Выбей гнездо, прикрой! Чисто. По местам! Целы? Да, но есть проблема. С этой пушкой не лады. Все время клинит. Видишь? Снайпер! По местам!
Прием! Класс. Армейская техника. Надежно. Кармайн, брат. Я знаю. Я открою дверь. У меня есть код. Вроде бы нашли ад. Живо! Кто-то нехило развлекается. Дима! Тебе очки нужны, кретин! Все! Что? Черт возьми! Давай, он давай. Один! Круто, детка! Назовись, солдат. Рядовой Август Коул. Группа Альфа, сэр. Коул? Тот самый Коул Трейн? Ага, точно. А где все остальные? Они наверху, в гробнице. Мы отряд Дельта. Мы пришли сюда забрать резонатор. И вытащить вас отсюда. Наконец, мы ждали вертушку. Но рации сдохли нахрен. Сэр. Мы заметили. Сеятели, они весь эфир глушат. Тогда они должны стать основной мишенью, сэр. Согласен. Нам необходимо восстановить связь со штабом как можно быстрее. «83. Черт!» «Я такой один, детка!» «Помните этого парня? Он играл за Пантеру. В защите. Мы видели, как ты играл». «Точно! Полюбуйтесь на Колтрейна, детки!» «Эй, Маркус, помнишь? Полуфинал, 36-метровая отметка». «Я помню, что ты мне должен 20 баксов». «Правда? Напомни после войны». Крепиться, Джек, демаскируйся и режь дверь. Не подпускайте этих парней, Джек. Слишком много. Дверь открыта!
пойдем. Черт! Что это за вонь? Серьезно. Несет так, будто там кто-то сдох. Это сеятели. Жуткая дрянь, приятель. Жуткая. Вы не на футбольном поле, солдаты. За дело. Вы двое. Сюда, берите оружие. Без приказов. Вход не пускать. Можно идти. Спутники над головой. В общем, тебе просто повезло. Штаб, это Дельта. Прием. Глухо. Видно, это были не все сеятели. Пошли. Надо идти к Альфе! Рося! Я что-то видел. По лестнице! Слышу, Дельта, но сигнал очень слабый.
Мы над этим работаем. Направляемся к позициям Альфы. Дельта, это 2-4. Прием. Мы нашли Альфу. В зоне эвакуации чисто. У нас горючее на исходе. Прием. Никак нет, 2-4. Никак нет. Оставайтесь на связи. Вперед, рядовой. Отлично. Это что? Черт, это Рохас. Может, и зря я тебя из тюрьмы вытащил. Пойдем. Этого резонатора. Он должен составить карту подземных ходов. Тогда мы сумеем найти сердце саранчи и вырвать его. Ага. Движемся к позициям Альфы. Отлично, Дельта. Переключаю вас на Альфу. Говорит Альфа. Где вы шляетесь, черт возьми? Берт! О, черт! Куда вы подевались? Группа Дельта в доме суверенов. Прием! Расчудесно! Нас прижали тройками с вашей же крыши! Прием! Понял. Оставайтесь на месте. Мы их уберем. Мы останемся здесь, сэр. Нет связи. Найдите эти тройки! Противники! Готовься! Вот они! Кидаю гранату!
вот и они! Отлично! Альфа, видим вашу позицию! Жаль только, что мы не видим на ней патронов! Понял! Конец связи! Thank you.
здесь все так и дышит историей. Вот же была красота. И ложью. Ну ты и наглец, солдат. Я знаю, за что тебя судили. Трибунал был подставой. Сэр. Все туда! Сейчас мы в зоне эвакуации. Мы вас видим. Это за нами. Черт, меня в полете вечно блевать тянет. Значит, сядешь рядом с Маркусом. Соскучился, малыш? Да, обнимашки. А где Рохас? Рядовой Феникс. Лейтенант Ким погиб.
Мы отступили в гробницу, и теперь надо выбраться. Повторите, Альфа. Ким мертв? Так точно. Погиб в бою. Поняла. Там у вас с другой стороны здания есть двор. Это ваш шанс. Понял. Ну, здесь-то оставаться нельзя. Ты Пэт. Ну, здесь угадал. А ты что за хрен с горы? О, черт, тихо. Замри. Что это было? Берсерк может услышать или унюхать. Поблизости Берсерк. Что мне делать? Не стрелять, Дельта, патроны не помогут. Молодцари еще у вас. Так точно, штаб. Спутники скоро выйдут из зоны покрытия. Выманите эту тварь на молот. Это ваш единственный шанс. Понял. Конец связи. Ну, парни, ждите. Мы обещали помочь. Мы поможем. Дом, пошли. На выход. Бэйр. Ну, что дальше? Но, к сожалению, остается только выманить за собой. Живей, живей, живей! Живей, живей, живей! На исходе. На выход.
вас отличу. Чисто. Штаб, это Дельта. Прием. Слышу вас, Маркус. Полковник Хоффман выходит на связь. Слушаю. Мы нашли Альфу. Резонатор у нас. Это отлично. Ждите новых команд. Как вы, парни? Надо выбираться. Скоро стемнеет. И что? Да, теперь есть еще одна задача. Установить резонатор на эмульсионном заводе Летия. Это к западу от вас. Вы за старшего, сержант Феникс. Действуйте. Сержант? Все понял. Ждем воронов. Нет, здесь слишком жарко для вертушек. Нужно найти другой путь. Как всегда, умных не повышают. Нет, нет, еще ж дебилов много. Что, придется эту штуку на себе волочь? Нет, черт. У меня есть идея. Правда? И какая же ум не хватит? Пошли. План? Что за план? Нет у тебя плана. Ты гонишь. План. Скоро увидишь, осел.